Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный SCP! Фух, вот это, парни, было ограбление! Ё-моё, вы видели, сколько полицейских за нами ехало? Капец, такого никогда не видел даже в фильмах. Вообще, как будто целый, блин, фильм... Ой, город собрали за собой полицейских. Парни, мы стали миллиардерами, у нас огромное количество денег, наличных, а также, конечно же, золота и драгоценностей. Вот эта тачка, она просто наша спасительница. Как хорошо, что мы ее угнали. Но я предлагаю, пацаны, так как мы на кураже, так как у нас остались патроны, в этом городе, куда мы сейчас приехали, есть небольшой банк. Мы можем по пути ограбить его и просто потом свалить. Как вам идея? Слушай, много денег не бывает, братан, отличная идея. Натуре. Опа, тихо-тихо, только парни, походу, знаете чё? Чё? Шо? Походу, передали по всем этим каналам. Легавые, походу. Да, о том, что мы ограбили банк, и там вон, парни, видите? Ого! Огромная куча полицейских, они переградили путь к банку. Чё, будем рисковать или не будем? Так, мужики, а чё у вас по бронежилетам, нормально всё, не износились? У меня всё нормально. Слушайте, тогда давайте вперед, погнали, ё-моё. Рискнем все-таки ограбить? Ладно, погодите, погнали. Стойте, давайте не будем бежать. Спалили, блин! Да ё-моё! Ой-ой-ой, мужики! Спалили, нифига себе их вообще! В укрытие, мужики! За машины, за машины! Офигеть, давай-давай, аккуратно, аккуратно, гасите их! С крыши еще там! Погнали, погнали, погнали! Капец там копов, парни, они меня зажали! Блядь, за машину, мужики, вы что там на перекрестный огонь-то встали, а? Так, я спрятался, парни, я спрятался за тачкой. Они тоже вон убегают, блин, все. Ага. Аккуратно. Давайте отстреливаем их нафиг. Давай, отстреливай, хорошо. Это наши бабки. Там вон в окне, парни, я в окно им запустил фатальную бомбу, фрактал. Вот мужики, иду внутрь, ты что там сделал? Бомба фекалис полетела туда. Фекалис, что за бомба такая? Она... Так, тихо-тихо, не всех убила, не всех, я думал всех убила, нет. На крыше, сзади еще, мужики. Здесь еще, шериф, погаси. Так, где банк, ищи? Все, парни, минус, ищи минус. Сейфовую ячейку, Андрюха, ты как, жив, цел? Я нормально, мужики, вас там не прострелили, бронежилеты нормально? Все нормально, путь отхода, контролируйте кто-нибудь, или Бобис, вместе пойдем. Давай, хорошо. Нет, Бобби, с нами, ты должен пойти, все должны быть, чисто. Я нашел. Заложников не берем, где? Вот она, ты что, не видишь, что ли? Куда? А, вот, сейф. Погодите, попробуем взорвать, отойдите. А, ух ты, давай. Сейчас попробуем взорвать. Берю базуку. Давай. Ну-ка, еще одна. Времени мало, братан, давай. Сейчас буду минировать. Помогите, заминируйте тоже. Закидывайте сюда. Братишка. Закидывайте. Сейчас попробуем взорвать. Сейчас ворнет. Нифига себе, дверь там тяжелая какая-то, мужики. Давайте. Отходим, готовы? Давай, 3, 2, 1. Баба! Пофиг ей что-то. Погодите, парни. А может она просто открывается за ручку? Слушай, ну попробуй. Ну-ка. В натуре открывается. Чё, серьезно, что ли, мужики? А нафига мы, парни, блин, стреляли? Ой, тихо. Заходи давай. А тут кто-то статую оставил. Это медная, что ли, статуя? О, слушай, ничего себе. Она, наверное, дорого стоит. Ладно, парни, забирайте, короче, все ячейки. Взламывайте их. Взламывайте все ячейки. Мужики! Тихо! Кто? Бобби! Это не статуя! Диман, это что такое? Это в шляпе. Шляпа у... Ой, ё-моё! О, Бобис! Чего, Диман? Бобис, это ты? Да, это я. А это ты? Да? Погоди!
Мы чё, попались полиции? Чё, на нас форма заключенных? Не знаю, как вообще ограбление прошло, ты что-нибудь помнишь? Мы зашли в сейф, потом какой-то удар, что-то крики, Андрюха орал что-то, и все, я ничего не помню. Где, кстати, он, Андрюха? Кстати, да, где он? Пойдем его, что за место вообще? Бобис, единственное, это не похоже на тюрьму вообще, это скорее больница, что ли? О, тихо! Бобби, это реально больница? Там вон убили ученого, врача. Ё-моё. Посмотри, открой палату, проверь, там может сейчас, Андрюха. Сейчас. Андрюха! Боже. Его здесь нет, Диман, слушай. Пусто? Слушай, ладно, ладно, тихо, тихо, не ной, давай выбираться отсюда. Короче, Бобис. Подожди, вот еще комната, подожди. Андрюха! Походу мы попались в полиции, Бобис, и мы можем выбраться. Походу они тут что-то произошло. Может это Андрюха убил ученого, хотел нас освободить. Пойдем может, отсюда. Кстати. О, все в кровище, блин. Ладно, так выходим. Страшно. Выходи, Бобис. Как это, блин, открыть, Бобби? Да, с ноги вышибай. Все, с ноги выбил. А! Подожди. Тихо, Бобис. Ой-ой-ой. Там такие же, как мы, заключенные. Там Андрюхи нет, это что такое? Тихо, знаю. Бобби. Стой, тихо. Фонарик, фонарик. Тихо. Он ходит туда-сюда. В шляпе, как будто детектив какой-то. Слушай, надо выбрать момент и проскользнуть от него. Давай, 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 проскользнули. Проскользнули. Вот, за давай, контейнер, давай, за контейнер. Сюда, быстро, быстро. Тихо, я сижу, чёрт. Смотрю, Бобис, тихо. Тихо, я смотрю на него. Главное, чтоб не спалил. Он стреляет там по таким же заключенным, как и мы, Бобби. А! Боже, что там про... Тихо. Он нас что, увидел? Он идет сюда или мне показалось? Это какой-то, блин... Он идет сюда! Быстрее бежим, это какой-то гуманоид, давай, вот сюда, блин, вот в шляпе! Здание. Забегай, Бобис, быстрее! Давай, быстрее, быстрее! Заходи, заходи, заходи! Фух! Сдай дверь! А! О, фух! Тихо, Бобис! Сидим! Бобби, что это было? Да я сам в шоке, слушаешь? Кто здесь? Чё орёшь? Ты чё, блин? Иди сюда! Сейчас тихо, я ему... Бобис, сейчас я ему... Придурок, я свой, тихо, свой, ты чё? Чё сказал? Подожди. Кто, придурок? Ты чё? Да. Повтори сюда! Да хорош меня бить, блин, я тут так, мне тут тесно было в этом ящике, да хватит! Повтори! Дурак ты! Дурак ты! Нет, ты! Ты видел, что там ходит? Мы тебя потеряли! Что с деньгами, блин? Я не понял, Андрюха, нас что, поймала полиция? Повязали на ограбление или что, блин? Это я вас хотел спросить, как там с деньгами обстоит вопрос? Я думал, вы меня кинуть захотели, в шкафчике закрыли и смотались, ё-моё, вырубили меня, подлецы. Мы сами в больнице очнулись, блин. Ага. Знаешь что? Мне рассказывать? Мы сейчас знаешь, что видели на улице? Нет. Огромный гуманоид в шляпе с пистолетом. И знаете, что я вспомнил? Чувака. Помните, когда мы зашли в сейф в банке, там стояла какая-то статуя, нам показалась. А, эта статуя, это не же, это как бы не статуя, это казалось, да, а живая Бобби. Какая-то штуковина. Помнишь? Да-да. Ничего не, за, не заметил вспоминаю. Общего, да? Угу. Похоже? И цвет, и шляпа, все одно и то же. Так может эта фигня нас преследует? Андрюха, блин, ты говоришь, в шкафчике сидел? Да-да-да, кстати, мужики, а почему вы, это... В форме зэков. Так ты сам в такой. Так ты такой. Что, же. Правда, что ли? Вот, кривда. А, понятно. Ага. Давайте, блин, ладно, выбираться отсюда. Погнали, короче, по-тихому. Я надеюсь, что он ушел. Давай, давай, открывай Погнали. Дверь, проверяй. Тихо, на разведку. Я первый. Давай, 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 аккуратно. Тихо. Он там, он там, он там! Он там! Смысл, 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 он смысл, там! Смысл. Закрой, 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 закрывай! Я вам отвечаю, он там, по-моему, мне или мне показалось. А ты что сделал? Тихо. Ты открыл дверь-то? Тихо, это светофор, парни, я перепутал. Ах, блин. Это ты светофор. Ты что, издеваешься, что ли? Правда говорю. Так, ладно, давайте как-то выбираться отсюда. Что это за город вообще? Я без понятия. О, смотрите, там заправка. Давайте, может, там что-то перекусить будет? Может, там лучше машину найдем и уедем, между чем перекусывать вместо ну, этого. Ну и это было бы неплохо. Стойте, мужики. Чё? Ого. Так это военные или чё? Полиция! Пушки берите. У них пушки, смотрите. Берите, берите, берите пушки. Аккуратно только. Господи! Капец, а что с ними сделали? Это что, тот самый чувак в шляпе? Ой, не знаю, не нет, это не он! Не-не-не, я имею в виду дело рук чьих-то. Его, этого вашего друга, за который за нами бегал? Без понятия, но это, короче, не он, Андрюх. Чувак в шляпе, он гораздо выше. Погодите. Чего? Чего? Пахнет, как будто только вот недавно загорелась вот эта вот бутылка. Ай! Так там, блин! Так там чего эти! Там? О, это что, зомби? Вы видите? Ой, мужики! Убивайте их, блин! Там зомби-переросток какой-то! А-а-а. Гасите, гасите, гасите! Он на меня идет! Ай! Прикрываем, прикрываем! Он меня парня ударил, я чуть не умер сейчас! Аккуратно, братан, аккуратно! Братан, он тебя, надеюсь, не укусил, а то во всех фильмах, когда зомби кусает, ты потом становишься зомби! Нет, он меня не укусил, но я его укусил! Это нормально? Я думаю, что это нормально! Я сейчас рукой его, дай, стой!
Давай, давай, давай. Ну-ка, давай, побоксируй, побоксируй. Опа, все, вырубил его. Вот слушай, это нормально. Жесть, блин, дайте посмотреть хоть. А, вот еще пушки, дай-ка соберу. И а тут еще. Этого офицера грызли, слушайте. Офицер грызли. Офигеть. Так, дайте хоть посмотреть на них. Боже, какие они стрёмные. Это даже не люди какие-то, а фиг знает, что вообще такое. Да это самый настоящий зомби, братан. В натуре, парни. Так, ладно, короче, бежим куда-нибудь тогда. А в смысле куда-нибудь? Там вот заправка должна была быть. А, мы все-таки говорил. На заправку? А вот это что, а прямо? Ой. Тихо, 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 тихо. Ё-моё. Он их убил, это парни. Да. Это он детектив за нами, убил их. За нами. Это детектив убил их. Ё-моё, убегайте. Ой. Это сюда, реально сюда, как мужики. Детектив какой-то. Он попал. Спрятался. А мы куда? Ой, блин, больно. Господи, Андрюх, надо его убить. Вот про этого я говорил, вот про этого, вот этого мы с Бобисом видели, вот он. Вспомнил, вспомнил, мужики, вспомнил. Господи, он в шляпе, это что, Андрюх, может он преступников ловит? Ну мы с тобой преступники, как бы так, что да, он, наверное, за нами и ходит. Ну и что, ну сделайте что-нибудь, Бобис сейчас умрет. В смысле, он за мной все это время бегает? А, Андрюха сейчас умрет. Ты как мог перепутать? А просто Бобис орет, я думал, это он умирает. Бобис, нет. Он еще и ногами пинает, что ли? Блин, реально? Так стоп, давайте, погодите. Заведите его в ловушку, блин. Какую ловушку? В теневую. В теневую ловушку? Да, куда, завели. Куда, 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 не вижу. Парни, вы где? А-а-а, патронов нет. Гаси его. Нет патронов, давайте тогда с обычными методами. Гасите его. Давай, давай, сейчас, сейчас зажму. Нифига, он идет на меня. Сейчас убьет. Боже. У меня РПГ, кстати, есть, парни. Да, ну стреляй, чё ж ты молчишь? Чё молчишь-то? На. Ну. В лицо ему, в лицо! На! Ну! Увернулся, гад! Мужик, сейчас сожрёт! Андрюха! Ну добивай его! Ну! Это бешеная его статуя! Ходячий детектив, ё-моё! Добил! Помогите! Ну добейте! Ай. Ну! Ну сколько можно? Да что такое, он уворачивается! Давай, 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 давай! Гаси его, гаси! Парни, давай. Все! Все его гасите, добейте да его! Да что такое? О! Фух! Хорош, Бобис! Он чё, исчез, куда-то испарился? Это чё вообще такое? Так, парни. Без понятия вообще, там машина, мужики. Всё, я предлагаю валить, блин, садимся в эту тачку и едем, слышите, согласен, куда-нибудь? Согласен, согласен. Всё, прыгайте. Давайте садитесь уже. Прыгайте в машину, поехали, готовы? Бобис, багажник. Подождите, стойте. Багажник, прыгай. Сейчас. Давай запрыгивай с разбегу. Так там а есть давай, место. А, есть? Да. Нет места. Нету. Не, он отъедьте не влезет. Чуть-чуть, вы сможете отъехать? Нет, давай. Давай, братан. Запрыгивай. Опа. Сейчас, давай, сейчас. Бобис! О! О! Поехали. Наконец-то, братан, только мы, походу, никуда не уедем. Уедем сейчас, все, едем. Давай, газу. Куда? Газовый. Газу. Потолкнуть может? Да. Братан, там шины проколоты, если что. Ну и чё? Ну мы всё. Не можем даже на бордюр ну, забраться. Ну что будем делать тогда? Взрывай её. Взрывай. Так а чё, блин, ты хотел? Так всё. Какие-нибудь колеса нашли бы, тут какая-нибудь шиномонтажка есть, починили бы, ты зачем это сделал? Легче найти уже новую тачку. Давайте, парни, уже идите, поешьте пиццы. Давайте, мужики, поедим реально. Вон, парни, лучше поешьте пиццы, блин, и успокойтесь, а лучше пасты. Я хочу пиццу. Поешь лучше пасту. Баксов. Вообще тут бесплатно, кстати. Здравствуйте, потому что тут никого нет. Эй, я на кассе вообще-то, ребята. В очередь, в очередь. No. Что вам надо, ребятки? Ну. Мне, пожалуйста, 2 number 9, ага. 2 number 7, ага. And large soda. Ага. Заказ принят, ожидайте примерно час. У нас нет столько времени, Бобис, давай выпрыгивай, давай сваливать. Ай, ладно. А мне вообще-то панзеротис. А тебе рука в говне. Да, ну и все, ну и сидите здесь с монстром сами. Пока мы болтали, смотрите. Солнце вышло, парни, распогодилось, ого. Нифига себе, вот это кайф, блин. Хоть какая-то новость приятная. Да, о, неплохо. Потеплее стало. Так, вон, смотрите, там вроде тачка, парни. Ну-ка. О, пушка, нифига себе, тут чувака залепило. Какой-то профессор, наверное. Ой-ой-ой. Нифига, пушка мощная. Так, ладно. Ты поосторожней с ней. Садитесь, парни, в тачку. Поехали. Ну-ка. Нифига, блин! О, едет! Нифига отлично, себе! Отлично, свалим отсюда нафиг, пока что мы живы, ё-моё. Ё-моё, гоним, парни, а я вам говорил, найдем, блин. Ага. Вон, прямо. О, смотри, туннель, давай в него. Я еду прямо. Газуй, газуй, газуй. Валим. Ай, заблочили! Ну, ё-моё! Все, парни, не едет тачка. Гасите их! Блин. Они там кого-то, ай, кусают, помогите. Аккуратненько. А кого они там ели? Я не знаю, кого-то ели мужики там. А вот кого-то, вот. Вот, наверное, его доедали. О-о-о.
Боже. Это страшилка какая-то. Ну офигеть, но тачка больше не едет. А вот смотрите, это что такое? Не понял, это что, какая-то бойня, что ли, тут была? Это что за мужики такие? SCP? Давайте все подберем, все пушки, парни. Берите, мужики. Офигеть! Руки-базуки теперь у меня. Ё-моё, пацаны, это что вообще? Ну-ка, дайте проверим, может, едет? Давай. Ну-ка, проверь. Да, не, нифига, парни. Ай, блин. Никак, не едет. Надо что-то искать, пацаны. Может, тут что будет, парни? Надо посмотреть, блин. Обыскать все это. Оно здесь, тут, помоги! Кто он? Кто где тут? Ну это тут монстр! А, ё-моё, вот эта фигня, блин, здесь что ли? Гасите! Он за нами гонится! Гасите, гасите тогда его, парни! Давай-давай-давай, мужики! Давай-давай, мы должны его уничтожить! Вот так, на вот. Тебе, дробовик, поешь! В троечка, Андрюха его, да. В троечка! Треугольник его! Андрюха! Бобис, подымай Андрюху! Он его взял на треугольник, походу, Бобис, подожди! Подымай его! Отведи его от меня, отведи от меня! Андрюха, вставай, не притворяйся, блин! Бобис, Андрюху реанимируй, сейчас, Бобис! Сейчас, Андрюха, блин! Он бежит на меня, Бобис! Ё-моё, что там с Андреем? Он не дышит, как холодно. Как не дышит? Вот так вот! Как не дышит, папа, Бобис! Андрюхи больше нет! Так, ладно, у меня есть мощная пушка, давай-давай, тихо-тихо, давай-давай-давай-давай! Андрюха! Фух! Ё-моё! Андрюха! Чё там с ним? Тебя его оживить! Андрюха, вставай, братан! Бро! Все, походу он умер, слышишь? Откинул ласты. Так, ладно, давай попробуем тачку поискать. Тут, видишь, дома с гаражами, короче, всякими. Давай. Давай попробуем поискать, блин, я не знаю. А вон, я туда пошел, Бобис, ты здесь, наверное, сиди, смотри. Хорошо. Надо как-то зайти посмотреть, блин. Так, где тут гараж-то? Тут пусто, Бобби. У меня пусто, а у тебя как? Да, у меня тоже. Пусто? Сейчас посмотрю. У меня нет тут тачки, братан. У меня тоже. Блин, боже, что нам делать вообще с тобой? Ты где, Бобис? Да вот он. Пусто, ни там, нифига нет. Андрюхи теперь совсем нет то, как мы выживаем вдвоем-то? Не знаю, иди сюда, тут может есть что в этом. В домике, заходи. Зашел. Дверь только за собой закрой. Ага. Так, давай посмотрим, может что есть. Так, Бобис, надо осмотреться, все посмотреть по сторонам. Блин, может здесь хавчик есть какой-нибудь? Слушай, поищи. Я тоже проголодался, капец, блин. Че, ты мыться собрался, Бобби? По-моему, не... А, я понял, извини. Сейчас. Извини, братан. Все! Сзади! Бобис, уходим! Бобис, убегаем! Открой дверь! А как он здесь оказался, Бобби? Выходи из хаты! Бобис! Я выбежал! Я из дома выбежал! Я тоже! Беги сюда! Вон, пошли в туннель! Ё-моё, быстрей! Бобис, он не умер! Как так? Ё-моё! Там он Андрюха лежит, и этот бежит за нами! Мне плохо стало сейчас! Беги, Бобис, сюда! Он Бобис, сзади, нет. А, он быстрее! Близко, не сказал. Быстрее, так он близко, он преследует нас, да, Бобис! Получай! Бобис, беги! Ё-моё, Бобиса убил он! Нет, но меня точно не убьет! Давай, иди отсюда! До свидания, блин! Нифига, он еще стреляет! Господи, там туннель! Куда я бегу, блин? Я должен с ним справиться! Получай, блин! Получай! Получай, шляпочник! На тебе! Получай за Бобиса, за Андрюху! За все! Ну что ж, ребятки, вот такой вот видосик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно ставьте лайки, не забудьте подписываться на наши каналы. Ссылочки на пацанчиков будут в описании. Ну а сегодня мы сражались с монстром Тревора Хендерсона, The Old Detective. Старый детектив преследовал нас, ребятки, и в конце концов одолел маленьких преступников. Ну а у нас на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.